Друзья, и снова приветствую вас на канале «Разводня как хобби». Сегодня мы пробежимся по всем моим аквариумам, и вы посмотрите, какая рыбка есть у меня, в каком она состоянии. Итак, начнем с верхнего аквариума. Здесь у нас тернеция, глофиш, преимущественно красного цвета. Есть розовые, сиреневые. Этим рыбкам примерно один год. Я их отбирал на производ, а теперь просто потихоньку реализую. Итак, в следующем аквариуме, как вы знаете, здесь у меня старички. То есть рыбка, которая уже на производ не годится. Но просто ее выбросить как бы... мы так не можем. И поэтому она здесь живет себе. То есть этим барбусом уже практически по 4,5 года. Ну и меченосцы тоже. Они давно уже были, ну вернее давно перестали метать малька. И они здесь находятся. Итак, следующий аквариум. Также тернеция. Здесь этой рыбке примерно 8-9 месяцев. Она достаточно такого хорошего размера. Вот, то же самое понемногу реализовывается. Здесь у нас в этом таком квадратном аквариуме находится гуппи. Обычный микс разного рода рыбка. То же самое реализовывается достаточно хорошо. Вот в этом аквариуме у меня тоже тернеция, но здесь готовлю новеньких рыбок на производ. Здесь есть также три самочки меченосцев. Одна такая красная с черным хвостом, одна чисто красная, одна такая, ну такая, такой красный цвет у нее. Она еще маленькая, вон она там вдалеке, выраженный такой, насыщенно такой темно-красный. Красивая будет рыбка. Вот. И тернешки эти тоже готовятся на производ. У них уже где-то возраст 4,5-5 месяцев. Я уже даже думаю, некоторые пары можно попробовать и отнерестить. Но это будет в дальнейшем. Все мы это увидим и на это посмотрим. Но здесь у нас... неубывающее количество данио. То есть они продаются достаточно большими количествами. Но постоянно сюда я их подсаживаю для того, чтобы они лучше росли. Здесь почти 100, по-моему, 30 литров аквариум. И они здесь хорошо вместе с тайкой живут. Нормально я их кормлю. И поэтому... у них такой красивый, насыщенный цвет. Ну, в этом таком большом аквариуме у нас находятся гупики производ. Самочки периодически дают малька, я их отсаживаю. Ну, думаю, сюда их нужно посадить побольше, потому что для такого большого аквариума здесь их очень мало. Вот. Но пока малька приносят, все нормально. Так, опустились на второй ярус. Значит, в этом аквариуме у нас находятся тернеции, подросточки, преимущественно розовые. Ну, есть пробросы белой, конечно. Ну, в каждом нересте проброс обязательно есть, потому что, ну, они модифицированные, скажем так, рыбки, генно модифицированные, поэтому такое у них бывает. Ну, здесь у меня сомики крапчатые тут. Немного их осталось. Уже готовим новое поколение. В этом аквариуме здесь все, что может быть. Вся живородка. Ну и данюшки попадаются, те, которые в сампе. Я вылавливаю, отсаживаю их сюда. Значит, здесь гупики, микс. Меченосцы тоже. Всякого рода. Ну, данюшки, там,
тернеции несколько штучек попалось, сомики тоже крапчатые есть немножко. Переходим дальше. Здесь то же самое, у нас каламбур. Есть тернеция голубая, тоже есть проброс белый по-любому, розовых несколько штучек, ну и микс гупиков. То же самое, хорошо кушают, растут, даже некоторые самочки гупиков уже дают потомство. Итак, здесь в этом ряду у нас даниопроизвод. Уже мы их один раз нерестили. Даже малечек уже от них есть. Ну вот, прошло 10 дней, самочки опять полные. И поэтому то же самое будем их в ближайшее время нерестить, дабы они не закистовались. И будем их вводить, так скажем, в цикл, чтобы они постоянно нерестились. Ну, здесь тоже на дне производ самочки сомиков крапчатых, то же самое, дают потомство. Так, здесь у нас тоже микс тернеций. Но это бывшие производители, они уже большая их часть икру не метают, потому что они уже старенькие. Ну, тоже мы их здесь содержим, думаю, их надо будет переместить сюда в аквариум к барбусам, и они там себя будут нормально чувствовать. Значит, в этом объеме здесь у нас находятся меченосцы, подростки. То же самое, продажная рыбка, 3,5-4 сантиметра размер. Есть 3, а есть даже больше, чем 4 сантиметра. Ну, то же самое, хорошо реализовываются. Ну, здесь у нас взрослая рыбка, меченосцы. Ну, как-то они слабовато разводятся, не знаю почему. То ли я все время зеваю, когда они мечут малька. Но иногда бывает попадаются малечки. Так, ну здесь у нас в маленьком нерестовичке подросточки меченосцев и гупиков. Ну, один отдельно выводочек был в один день. Я их сюда их посадил всех. Они здесь у нас все вместе обитают. Тоже достаточно хорошо растут уже рыбки по 3 сантиметра. Ну, меченосцы по 3, гупики по 2,5, по 3 тоже уже крупные. Значит, здесь у нас в соседнем то же самое, отдельный выводочек меченосцев. И подбрасываю сюда то же самое гупиков. Видите, тоже мелковатые есть, ну, разных возрастов, поэтому вот так они здесь все вместе и живут. Ну, здесь у нас в нерестовике небольшой выводочек крапчатых сомиков. Совсем немного, я думаю, штук 35, может, их там, ну, есть, короче, есть. Вот там они у нас обитают. А вот здесь то же самое, в этом небольшом таком аквариуме, здесь тоже мелкие-мелкие подросточки гупиков. Я их к тем рыбкам не пересаживаю, к большим, потому что, чтобы они их не обижали. Ну, а здесь они нормально себя чувствуют. А вот чуть не забыл, всегда забываю. То же самое, на нижней полочке у нас есть аквариум, такой литров 60. И здесь тоже один из выводков меченосца. Видите, и черные попадаются здесь, и красные. То же самое, хорошо они здесь все вместе живут. Корм едят уже любой, и сухой, гранулы, и артемию подбрасываю иногда им, и мороженый, и мотыль. Ну, короче, кушают все и растут хорошо. Ну, а здесь вот еще я не пересадил. В таком тазике у нас живут сомики анциструсы. Выводочек, который у нас от двух пар получился. Даже от трех пар. Вот они здесь пока живут и развиваются. Друзья, ну вот такое у нас получилось небольшое видео о том, какая рыбка у нас
здесь на разводне есть, живет и развивается. Кому понравилось видео, обязательно ставим лайк. Не забываем тех, кто не подписался, подписаться на канал. И до встречи в следующих видео. Пока!